Приветствую вас, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Зомби-война. 73 уровень у нас. Ну что ж, поехали. Так, я смотрю, тут у нас охламоны стоят. Один. А вообще-то они, по-моему, оба слабы к огнестрелу. Хотя нет, к огнестрелу слабый в синем костюмчике. Ну, а в черном, по-моему, слаб в рукопашке. Но это не имеет значения, сейчас и граната их туда. А ну-ка, ловите подарочек, ребята. Шикандос. Да, я был прав. Ну что, все пока идет хорошо. Гренадир у меня тут. Нет, нет, только не его. Да, ребята, камикадзе, как вы поняли, его убили. Ну куда ж ты бежишь в огонь, а? Ёлки ты палки. Чувачок, мне тебе жалко. Так, ну что, с узями расстрелял. Отлично. Эти в синих костюмах у нас слабые к огнестрелу. Поэтому я надеюсь, что этот чувачок с узи сможет их расстрелять. Так, генератор поставим. Отлично. Так, ты там далеко собрался, охламон? Давай-ка, гренадир, перехватывай его. Опять камикадзе, елки-палки. Ну, хотя бы по одному, и то радует. Так, сейчас мы этих в касках накумарим по-быренькому. Накумарил, елки-палки. Ну что ж, будем надеяться, что САП не подведет. Отлично, давай этого упоркаем. Слушайте, здесь пошли одни ватники. Они к огнестрелу у нас слабы. Куда ты разогнался? Ага, все, малорики. Давайте гранату туда. Ай, печалька. Блин, неужели не пройду, а, ребята? Ну куда ты опять в огонь лезешь? Так, давайте заберем храбрости. Придется так делать, ребят. Пожарник у нас не боится огня. Поэтому я надеюсь, он будет здесь подольше стоять. Жесть какая-то. Посмотрите, просто стена из зомбарей. Надо ее как-то пробивать. Давайте гранадира. Сейчас туда гранату закинем по-быренькому. Ай, опять камикадзе. Камикадзе мне всю малину портит. Хотя, ребята, вроде бы как потихонечку, но мы пробились. Давайте пулемет. И рушим баррикаду. Давай, пожарник, не тупи. Я надеюсь, больше никто не... Нет, бежит. Ну это... О, и камикадзе. Щет, а. Ну как так? Вся надежда на гренадира у меня. Ребята, так что если он сейчас погибнет, то, боюсь, мы проиграем эту каточку. Ну давайте в темпе. Вот. Ну что ж, ребята, поздравляю нас. Мы прошли с вами 73-ю миссию. Да и причем с тремя звездами. Вообще шикарно. Ну и что у нас тут открылось? Давайте-ка глянем. Ну, понятно, открыли карту. Так, ребята, ну что, поехали тогда. Пока никто не идет, надо нам, наверное, с вами тоже немножко подождать. Ага, бежит партизан. Так, он у нас слаб к рукопашке. Это я точно помню. На-ка, ах ты, черт побери, не погиб. Как говорится, упал, не упал. Ууу, тихо. Родная, ты что, тут вообще не в тему вписалась. Ну давай, строитель, бомбани хорошенько. Вот, умничка. Да, конечно, ты и сам заразился, но все-таки. Так, пожарник. Ну, пожарник, он в рукопашке, честно говоря, послабее будет, чем строитель. Но он все-таки взрывается в конце. Ай, черт, камикадзе, ребята. Вот тебе и взорвался. Ладно, давайте генератор поставим. Он обязательно нам нужен, чтобы копить храбрость. Какого лешего ты пробежал, а? Мелкий ты мудак. Отлично, забомбили. Да, собака, ну хватит. Ты смотри, тут и эти, и такие-то зомби. Все бегут, кому не лень. Давай, пожарник. Так, гренадир сейчас у меня забросит туда гранатку. Это естественно. Нате, ловите подарок. Ха-ха. Отлично. Так, храбрость. Давайте-ка вот эту девочку попробуем. Успеет она, нет? Ну как? Конечно же, ребят. Ну, вот почему-то предчувствовал, что я только вызову эту мадам с резаком. Сразу пойдет камикадзе. Не выпускал бы я ее, никто бы никуда не побежал бы. Ладно, ребята, бомбим баррикаду. Я надеюсь, у нас все здесь сейчас получится. Оу, щет. Ладно, проходите, толстяки, мимо. Не надо меня нервировать.
Давайте строителя вызовем. Так, генератор еще один. На всякий случай. Ну что он здесь? Он сейчас умрет у меня, строитель, потому что он сейчас толстого, если даже бабахнет, отравится брызгами. Да, отравился. Еще и взорвался до кучи. Ой, камикадзе. Все, пожарник сгорел. Ладно. У меня тут сейчас вроде бы ничего. Налаживается все потихоньку. Ребят, смотрите, у меня гренадир, строитель. Правда, он сгорелся. Давай гранаточку туда. Опс. Не тут-то... Ах, ты пробежала, мразь. Ты смотри, что она делает. Так, пулемет. Все дохните там, а. Так, шикарно. Ребята, есть еще небольшой шанс пройти нам. 22 минуты, ой, 22 секунды до волны. И камикадзе. Ну, давайте, не тупите, ребята. Ну, пробивайте быстрее баррикаду. Ну, да что ж ты... Отлично. Все, ребята, прошли мы 76-ю миссию. Это хорошо, так что сейчас откроется у нас, наверное, карта. Мы с вами, наверное, что-нибудь выберем. Новенькое. Нет, ничего новенькое не выберем, но карту все равно открыли маленько. Так, ну ладно, давайте тогда продолжать, наверное. Это у нас какая? 77-я, сложно, а это? Так, нормальная, давайте тогда ее и будем бомбить. 78-я миссия у нас, так что, ребята, готовимся. Я смотрю, впереди стоит ватник в каске. Оу, бегуны, и такие, ладно. Давай, дубинкой накумаривай этих гаденышей. Отлично. Строителя я вызвал, сейчас будет немножко полегче. Ну, а тут, смотрите, ребята, гнилорукие идут, это плохо. Ну, вы прекрасно знаете, что они очень мощнявые, что к огнестрелу у них такой, скажем, иммунитет, и в рукопашку тоже. На-ка, ловите гранату, уроды. И горите там. Так, и периодически меня здесь будут досаждать бегуны, да, значит? Ладно, как-нибудь, я думаю, справимся. Кидаем гранату. Черт, куда бросил, блин, зачем бросил, мать положу. Ну что же, давайте пожарника. А потом, скорее всего, наверное, гренадира. И пускай он там в эту толпу бросает. Это что, я не понял, что за молния сейчас была? Ах ты, елки-палки, тут еще и шокер вышел. Вот это незадача, ребята. Его-то нам как раз тут и не хватало. Так, давайте, давайте, бомбим. Храбрость, отлично, гренадир. Так, гранату, что ли, кидануть прям в тупучу, давайте. Бесполезный был бросок. Сейчас он погибнет просто зазря. Вся надежда у меня, как вы видите, на девочку с резаком. Пускай она бомбит. Надеюсь, хоть что-нибудь успеет все-таки сделать. Пробегайте мимо. Отлично. Бегуны прошли мимо. Так, у меня, кстати, есть пулемет. Могу им воспользоваться, естественно. Да бомби ты этого толстяка там. Блин, все-таки бьет, а. Бьет резака. Убил. Говнюк мелкий, а. Не дал ей завершить свое дело. Бравая причем. Так, опять шокер. Ну, он хоть своих бомбит, это хорошо, это большой плюс. Эти никуда здесь не пробегут, мимо моей, так скажем, обороны. Там и полегли. Да сгорайте вы уже, а. Давай, гнилорукий, отлично. Так, у меня 87 злости. Сейчас на пулемет накоплю себе. Если он мне, конечно, понадобится. Хотя, все, ребята, прошли. Мы 78 уровень, с тремя звездами причем. И на этот раз у нас карта откроется довольно-таки прилично, я больше чем уверен. Так, давай открывай мне ее побыстрее, желательно. Ну что же, продолжаем тогда, да? Давайте возьмем 79-е, сложно нафиг. Во, 81-е, легко. Давайте глянем, что у них там за легко. И начинается у нас камикадзе, вообще отлично, да? Что же делать будем, давайте вызывать тогда. Пускай камикадзе врежется в него. Лучше, чем, например, в пожарника или в гренадира. Верно? Так, они там стоят, у меня пока тупят. И я так понимаю, кстати, что камикадзе здесь будут периодически появляться, да? Так, этот встал у нас, зомби. Давайте-ка вот так сделаем. Отлично. Кстати, он с дробовика, когда шмаляет пули-то, далеко летят у него. И это хорошо. Смотрите, практически на весь... На всю длину экрана. Оу! Щит, ну!
Ну! Да какой там ну, блин. Против них вообще я не знаю, что может быть полезно. Против этих камикадзе. Их не остановить никак. Единственное, что их останавливает, это коктейль Молотова. Но это надо их видеть, когда они идут, только тогда. И все, больше ничего. Ну, бочка может их остановить, если они в нее врежутся, когда побегут. Так, генератор обязательно. Ну что же, ребята, вроде бы пока неплохо идем. Так, вот эти вот, конечно, очень плохо. Ребята, они у нас в рукопашке-то сильны, а к огнестрелу слабы. Ну, а у меня огнестрела вот только сап. Да хорош, ну завязывайте, ё-моё. Вот тебе и вызвал сапа. Ну сгори ты уже, а, гнилорукий, ты достал ты меня уже в корень. Давай его добьем. Так, гренадирчик. Ну, гренадир-то у меня сейчас бомбочку знает, куда бросить гранатку. Давай, бросай. Отличненько. Но немножко не этого я ожидал. Ладно, хоть один горит, и то ладно. Так, давайте так сделаем. И... Блин. Сап еще долго будет откатываться, да? Угу. Тогда, наверное, давайте так сделаем. Все, вроде бы нормуль. Да какой я там нормуль? А нет. У меня выжил сап. Дробовик полицейский. Ну и пожарник, естественно. Так, гренадир, давай сейчас будешь бросать бомбу. Бух, нормально. Давайте жирного этого колбасим. Все, отлично. Так, еще один жирный, который у нас стоит. И мы уже будем разбирать баррикаду. Так, через 30 секунд волна побежит. Нам надо успеть в любом случае, ребята, иначе проиграем. И это называется уровень легко у них. Хотя, на самом деле, я тоже ничего сложного здесь не вижу. Ну, давай. Последние там взмахи. Отлично, ребята, мы прошли. Конечно, не чистую, но прошли. Сейчас у нас открывается карта, и мы смотрим, что нам будет доступно. Так, отлично. Давай. Так, еще один уровень открылся, ребята. Это у нас 82 легко. Естественно, я буду дальше проходить. Так, что у нас здесь? Ага, зомби-строитель стоит, поджидает нас. Так, бегун бежит. Ну, его-то мы сейчас быстренько нахлобучим, это понятное дело. Ждем, ребята, ждем. Блин, хотел пожарника, ну ладно, раз уж такое дело, пускай идет гренадир. Ага, все, шикарно. Эти у меня горят. Адским пламенем. Сейчас, я думаю, тут... А мне-то пофиг на твою молнию, придурок. Точнее, не мне, а гренадиру. Сейчас мы его расстреляем. Давай. Гранату бросим на всякий случай. Мы хоть и не видим, что там впереди за экраном. Давайте пулемет подзачистим здесь все. Слушайте, да мы сейчас пройдем. Ага, бежит бегун. Я чувствую, мы сейчас пройдем, ребята, без вообще каких-либо проблем. Давай, пока он не дошел. Ну, отлично. Ну что ж, ребята, я нас поздравляю с 82-й пройденной миссией. Конечно, хотелось бы с 3 звездами пройти, но и так нормально. И открывается у нас карта. Вау. Так, давайте здесь за горючку, наверное, откроем. А, все, ребята, нет горючки больше. Но не беда, мы встретимся с вами в следующей серии и продолжим проходить эту игру. Ну что же, 84-я миссия, я думаю, справимся без проблем. Так, опять здесь стоит у нас камикадзе, давайте сделаем так. Давай, бомби, отлично. Ух ты, храбрость оставила, это хорошо. Так, ну давайте гренадира. Сейчас мы туда закинем гранатку им. Как раз они там стоят плотненько. Бросаем. Шикарно. Так, давайте разберемся с гнилоруким. Так, пока он там в трансе. Давайте вызывать, наверное, знаете что? Бомбанем еще разочек. Сапа. Так, нам поддержка всегда нужна, поэтому без сапа нам никуда. Пошли. Ты давай стреляй. Оу, камика... Ё-моё, а. Вот самое хреновое — это вот эти вот скоростные зомби. Всякие камикадзе, собаки, бегуны.
Они больше всего меня раздражают. Потому что... Да какого лешего ты своим гнилым кулаком убил моего чувачка? Я тебя сейчас бомбочкой. Давай кинем. Так, нормуль. Он горит? Горит. Правда, такой минимальный урон всего 3 единицы. В секунду, блин, да? Ну это ни о чем, просто-напросто. Давайте еще одну кинем на запас. Вдруг какой-нибудь бегун побежит, а когда он в огонь вступает, он сгорает. Так, есть. Ага, бегут. Черта с два они в огонь вступили. Огонь потух уже к тому времени. Так, ну этот горит, его размазали. Храбрость поднимаем, вызываем гренадира. Естественно, ребята, гренадир у меня сейчас, так скажем, в куражах. Я очень большие ставки делаю именно на него. Потому что он и в ближнем бою не слабенький. При этом у него есть граната, которая очень хорошо выручает. Особенно когда массуха идет. Туда забрасываем. Массовое поражение гранатой. Ярость набирается практически моментально. Ну, а ярость, вы сами знаете, что это у нас. И генератор, и пулеметчик, и коктейль молота. В общем, все. Все, что у нас берется за ярость. Да успокойся ты. Ну что? О, бегуны, ё-моё. А, фак, камикадзе хреновы. Всю малину вечно испортят, а. Постоянно так. Как вот только начинаешь выигрывать маленько-маленько, все, выбегают. Тут еще эти хламоны встали. Ну куда ты бежишь, дубинка, сейчас сгоришь ведь. Ай, дурила. Ну что я могу сделать? Дурак есть дурак, а. Так, гренадир обязательно. Ёлки-палки, тут времени-то осталось. 27 секунд, волна у нас на подходе. Я на всякий случай бомбочку вот так вот бросил. Давай, пробивай, пожарник. Ну, вся надежда на тебя. Ну, есть, ребята. Фух, 84 уровень пройден. Сейчас мы с вами откроем карту и посмотрим, что нам дадут на этот раз. Ну, давай, прогружайся быстрее, не тупи. Так, открывается и... Ага, вижу, один уровень уже открыт. Так, бензинчик тратим на открытие карты. Шикарно. Ну, что у нас здесь? Так, 88 нормально, а здесь 85 нормально. Ну, начинаем, конечно, с 85-й. Тут к бабке не ходи. Так, нас встречает жирный в костюме. Он у нас токсический. Так, и бегут опять эти бегуны, блин. Ну, на него-то мы сейчас найдем управу, это однозначно. Сейчас пожарника вызову. Давайте-ка его. Вот так, отлично. Пускай отдыхает. И гренадира, обязательно гренадира. Так, слушай, куда разогналась цыпочка? Хорошо, хоть он выжил. Но недолго он пожил. Но, тем не менее, блин, ну что ж такое-то, а? Гренадир мой взорвался. Так, давай, молодец. Бомбим. Срань. Так, сколько у меня? 23. Блин, маловато, ребята, а. Маловато у меня храбрости. Бочонок я пока, наверное, тратить не буду. Давайте генератор поставим. Да убивай ты этого бегуна, ё-моё, ну... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, есть, пожарник, давай. Опять не получится у нас в сухую пройти. Ай... Хочу с тремя звездами проходить, все. Мне эти звезды потом все равно нужны. Да успокойся ты нафиг. Они в любом случае нужны будут. Иначе я там не смогу пройти некоторые уровни. Там все под завязку. Если я не ошибаюсь, 99 уровень нужен вообще, чтобы все вот эти вот уровни предыдущие были пройдены на 3 звезды. Ну, хотя я могу и ошибаться. Я предполагаю. Так, давайте бомбить. Так, неплохо они тут вдвоем-то жарку дали. Ай, коп. Ты у меня все-таки подцепил болячку. Опа, опа, сап, смотрите, херачит ножом. Ну, как-то у него слабо это получилось все. Блин, мы ни на милю не продвинулись, ребят, вы посмотрите. Ё-моё, это еще корявое побежало здесь. Мы стоим на одной точке и никуда не двигаемся. Мы только немножко вперед продвигаемся, как нас опять потесняют назад. Так, генератор еще один. Все, два достаточно, больше не надо нам. А то будет переизбыток. Эх ты, пожарник. Давайте, наверное, гранат кинем на всякий случай. Опа, видели, как она помогла?
Очень даже хорошо сработало. Ну, а фигли у меня там одни огнестрелы. Надо стенку ломать. Ну, давайте, бежим, 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 ребята, бежим. Так, гренадир. Все. Да как... А, нет. Нет, нормально, ребята, все пучком. Вот я сейчас зачем это сделал? Зачем я бросил, блин, гранату? Хотя я даже лучше сделал. Так. Давай, 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 сейчас простреливай. Блин, 20 секунд, ребята. 20 секунд. Ну не может этого быть. Ну, давай ты бомби, ну. Ёлка, отлично. Давайте в два жала, ребята, в два жала. Представьте, что вы рубите дрова себе на зиму. Ну, отлично. Фух. Ребятушки, 85-й уровень пройден. Что ж, неплохо мы идем с вами. Очень даже неплохо. Так, и у нас открывается дальше карта, да? Ага. Опа-на, следующий уровень открылся, ребят. Так, горючки у нас мало. Буквально на один бой еще хватит. И здесь 86-я нормально. Нет, 86-ю будем проходить. И кто и что у нас здесь? Так, а это что? А, это у нас... который вызывает зомбарей вокруг себя. Понятно. Ёлки-палки, еще пожиратель зомби идет. Или пожиратель трупов. Так, ну что ж, давайте тогда гранату туда, прям в кучу в эту. Накося. Замечательно. Слушай, бегун бежит. Но мы его перехватили. Отлично. Так, эти уроды у нас... А, нет. Они у нас не встают, потому что пожиратель мертвецов всех просто в себя всосал, так скажем. Ну что ты, ё-моё, блин. Вот я офигею, вообще не может справиться. Потому что у него защита к огнестрелу. Давай, пулемет. Ну, вроде бы пока неплохо. Так, давайте, давайте, давайте. Храбрости мне побольше. Мне нужно пробить как можно быстрее эту перегородку, блин. Ой, опять эти встают. Да. Их лучше нафиг сжигать, ребята. Чтобы от них оставались одни грудочки пепла. И они уже не могли восстать. Так, пожиратель идет. Смотрите, сейчас убьет у меня чувачка. Печалька. Так, пожарник. Давай, перехватывай. Отлично. Ну что же, вроде бы пока неплохо. Блин, почему... О, шокер нормально сработал. Все пока идет по контролям, но опять еще один пожиратель идет. О, ребята, я не знаю. Тут вообще все кисло. Как видите, у меня ярости нету. Я воспользоваться абсолютно ничем не могу. А, хотел, конечно, пулеметчика, но у меня даже нету коктейля Молотова. Так, нет, ребят, смотрите, как-то они прошли мимо и... Все. Все, ребята, мы прошли эту миссию. 86-я. Автобус сохранен на 54%. Продвигаемся с вами дальше. И у нас здесь открывается карта. И что-то нам дадут? Нет, к сожалению, нам ничего. Опа, она, это что такое у нас? Тайник. Ух ты, еще две горючки, ребята. Ха. Ну что ж, тогда стоит пройти еще какой-нибудь один уровень. Давайте тогда, наверное, этот и начнем. 88-я миссия. Нормально. Так, и что у нас здесь? Встречают два полицейских нас, да? Два зомби-полицейских. И пока вроде бы никто не бежит. Но расслабляться, ребята, мы не будем. Так что будем начеку. Ладно, пошел гренадир. Сейчас, если что, я кину гранату им туда. Ага, вот. Значит, у нас пока здесь свора полицейских зомбиков. Давайте попробуем их закумарить. Ага, вот у нас и пошли токсические упыри. Это же был мой сосед. Да, это был твой сосед, но теперь это уже зомбарь трухлявый, гнилой. Так, давай, пожарник. Слушайте, довольно неплохо горят у нас эти полицейские. Давайте еще одну гранатку. По идее бы мне вызвать САПа. Да, было бы неплохо. Хорошо бы. Так, давайте генератор обязательно. Что там творится, я не могу понять. Давай, 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 дожаривай его. Конечно, дожарил. Погиб. Пожарник, ну, отлично, умница.
Давай, полицмен, стреляй. Мы нуждаемся в твоем дробовике. Слушайте, смотрите-ка, пожарник у меня выжил еще. Ну все, теперь под сапом. Сейчас тут пойдет у нас такая плясочка, ребята. Так, храбрость. Давайте-ка, давайте так делаем. Расстрел всех. Идем, идем, идем. Так, просто груда мертвечатина упала там. Давайте дожариваем. Черт, сап, ты че не командуешь? Давай быстрее делай усиление. Ага, все отлично, молодец. Пожарник у меня побежал, такой радостный. Так, гренадирчик. Так, готов гранату бросить? Сейчас это надо будет сделать. Огонь. Да куда ж ты ее бросил-то, а? Дурила ты картоновая. Ладно, давайте еще раз сапа и генератор поставим. Ёк, нифига там заваруха у нас. Интересно, а вот два сапа, когда у нас вместе, у нас суммируются в бонусе или нет? Скорее всего, нифига. Ну да и ладно. А так, представляете, да, два сапа вызвал. Ну и, соответственно, двойной урон, двойной дамаг, двойная скорость. Стреляем по всем. Ну давайте, давайте, баррикаду уже бомбим. Есть, уже добрались они до баррикады. Вот это уже хорошо. Так, ага, опять куча зомбарей. Блин, успеем, нет? Давайте, полицейские, бомбите. Сап тоже стреляй. Ёлки-палки, пошел отсчет до волны, ребята. Так, давай, давай, гранату туда. Есть! Все, ребята, прошли. Так, и у нас получается сейчас что-то новенькое откроется. Ух ты, мы еще и с тремя звездами прошли. Вот это я заигрался, даже и не увидел этого. Вообще шикарно. Так, ну что тут у нас? Да, ребята, открылась маленько карты, но... А, нет, дополнительный уровень. Ну, а это мы уже будем с вами проходить в следующей серии, потому что горючки у нас нету. Так что все, всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч, удачи вам, ребят.